Промышленные дизайнеры Новосибирска завоевали серебро и бронзу на международном чемпионате BRICS Future Skills Challenge. Это соревнования представителей разных профессий из России, Беларуси, Бразилии, Индии и Китая. Как проходил этап, расскажет Екатерина Стывко. Фен в разрезе и чертеж детали насоса – это работы Арины Рукиной. Девушка – член национальной сборной по промышленному дизайну. Учится на 4-м курсе Новосибирского архитектурного университета. Мечтает в будущем помогать астронавтам. Я бы хотела поучаствовать в разработке каких-то космических изделий. Начать с каких-то домашних предметов для космонавтов, которые они там используют наверху, чтобы им было комфортнее жить. И прийти, возможно, к чему-то большему. Например, к тому же космическому кораблю или к каким-то деталям от площадки. Первый шаг к мечте – участие в международных соревнованиях BRICS. Промышленные дизайнеры – люди, которые создают буквально все. От предметов интерьера до функционала техники. Улучшают старое и придумывают новое. Еще одна участница соревнований – Назима Аслединова. В Новосибирск приехала из Владивостока. Есть, конечно, некое волнение. Все-таки мы представляем страну. Но думаю, все будет хорошо. Мое мнение, что должно развито быть пространственное мышление и навык понимания чертежей. Соперники нашей команды серьезные. Дизайнеры из Белоруссии, Бразилии, Индии и Китая. Кстати, последняя страна в этом году организатор чемпионата. Правда, в Поднебесной еще не сняли ковидные ограничения, поэтому соревнования онлайн. А китайское задание заключается в том, что сначала выдается чертеж, по этому чертежу нужно придумать изделие, дальше выдается часть изделия, нужно дополнительно додумать. Когда соревнования проходили в нашей стране, мы были основными организаторами, то у нас была другая концепция, то, что мы даем техническое задание на разработку нового объекта, которого еще не существует. Дизайнеры создают 3D-модели изделий. Каждый слой можно рассмотреть. Несколько месяцев девушек тренировал столичный инструктор, тоже дистанционно. Ну, самое сложное – это вообще придумать идею, наверное. А 3D-моделирование – это скорее навык. Если есть достаточно времени, проведенного в каком-нибудь CAD, то воплотить идею, наверное, не составит труда. Главное – понять, что делать. BRICS Challenge – соревнования молодых профессионалов. Пекари, сварщики, программисты, фармацевты. В списке компетенций несколько десятков специальностей. В личном зачете члены национальной сборной по промышленному дизайну заняли 2-е и 3-е места. Победу одержал участник из Бразилии. Екатерина Стывко, Андрей Дулепов, Новости ОТС.